всем доброе утро. С утреца я пью кофе. Поехал на свой первый рейс. Еду через весь город. Уже 8 часов утра. Движение такое уже хорошее. Все едут на работу. Еду я сейчас, везу 4 куба бетона. Там стоит у меня в моем путевом листе, что это будет... Должны бурить скважины и туда заливать бетон. Возможно, это будет под фундамент для дома. Когда почва плохая, грунт плохой, или там болотистое место, или что-то такое, что, то прежде чем залить фундамент под дом, они делают скважину. То есть бурят скважину там 6 метров, и все в зависимости от земли. И туда заливается бетон, потом он застывает, получаются такие колонны. И уже эти колонны связывают с фундаментом дома для устойчивости. Ну, я сейчас приедем, покажу. Там должна быть буровая установка. Так что все расскажу, все покажу. Кому интересно, посмотрите. Сейчас я на стройку заезжаю, надо мне немножко взад впихнуть. Это где сама установка стоит, буровая. Сейчас посмотрим, как там. Короче, надо будет немножко вперед. Да, здесь, конечно, насадили на полуприцепе, здесь совсем места мало, чтобы вот так для ранжировки. Приходится на дорогу опять выезжать. Но я думаю, что должно получиться.
все у нас получится, если захотеть. Вот я приехал на стройку. Вот она, буровая установка, которая делает скважину, бурит скважину. И я вот сейчас буду заливать как раз в эту скважину бетон. Вот этот человек уже мне одел насадку пластиковую. Ну, это удлинитель. И теперь будем сейчас заливать. Я немножко пройду вперед, они вытащат часть трубы, и потом я продолжу выгрузку бетона. Вот такие железные арматуры они опускают внутрь, и потом заливается это все бетоном. Сейчас ее закрепят специальными вот такими штифтами. Часть трубы отделили, сейчас ее поставят, и я залью остатки бетона. Происходит расстыковка трубы. Ну, теперь моя очередь, я должен подъехать опять, и остатки я выгружу. Так, мы смотрим. Ага, все, подъезжаем дальше. Я закончил выгрузку бетона, они начали новую скважину бурить, сказали, что еще в обед закажут бетон, так что, может быть, еще раз попаду.